4 июня 2022 года в городе Назрань, Республика Ингушетия, прошел семинар по продукции GT-FOS и презентовалась продукция «Эколагус». На обучении присутствовали представители со всех республик Северного Кавказа. Были люди, которые уже давно работают с нашей продукцией, а также были те, кто хотел начать деятельность в сервисе и обслуживании. По продукции. GT-FOS Steel, GT-FOS Universal Premium. Раскрыты вопросы состава продуктов. Какой продукт лучше использовать при каких условиях? Удельная способность растворения кальциево-магниевых отложений, водородная коррозия, ингибиторы защиты металла, процесс промывки, работа с плашметрами. PH упал, да, единица ниже, может быть выше. Идет циркуляция, после циркуляции идет реакция. Когда идет реакция, активные вещества в средстве вырабатываются, из кислотной среды оно переходит в щелочную. PH растет. Низкий PH кислотность, высокий щелочность. То есть у вас там был примерно изначально 1, через 3-40 минут у вас там 3,5. 3,5 уже много, добавьте еще 25%. О, и опять циркулирует. Где-то час-полтора, там не надо мерить ни уровни PH, ничего. Чем больше там прокрутите, тем лучше это будет пассивация. Что такое пассивация? У меня картинок нет, что такое пассивация. Ну, в общем, да, представляете, металл со школы и кристаллическая решетка металла. Обсуждались добавки ретарта SH и SG, механизм их работы, особенности при добавлении в систему. 3-5 лет, в зависимости от режима эксплуатации и исходной воды, которую залила. Если вода подготовлена, даже не через осмос, а по подоле. Была проведена показательная промывка вторичного теплообменника. 42 градуса, в принципе, этого хватает. 40-45 – это буквальный вариант. Если бы сейчас 20 градусов, мы бы здесь уже ушли. Ну, повторяюсь, по сравнению с солянкой, вы можете в 3 раза больше отложения поставить. За счет синергии. Часть кислот проникает, часть отрывает. То есть там и соляная, ортофосфорная, щавелевая, сульфаминная, муравьиная, каждую друг друга дополняет. Что такое синергия? Есть понимание такое. То есть в химии, физике, это если вообще 2 плюс 2 это 4, но за счет не того, что они друг друга дополняют, это 4 там чуть больше. То есть они друг другу помогают. Поэтому кислоты подобраны, сбалансированы так, чтобы работать именно на работу с отложениями, именно вот кальциево-магниевых. После показательной промывки мы перешли к водоподготовке, к основам водоподготовки и к осмосу. Вот в этой смоле ионы соли, кальция и магния, они замещаются на соли натрия, которые находятся в соли натрия в космосе. Она будет очень трудно. На нее намотан, как вы сказали, несколько рулонов. Сеточка есть и специальное волокно полупроницаемое. Здесь может быть там соли метров, если посчитать, или что-то заменить. Соответственно, вода... После теории перешли к практике. Запустили обратный осмос на 150 литров в час, показали, как работают, показали работу контроллера, как правильно монтировать, какая защита у осмоса и так далее. В конце совместное фото. Мы готовы проводить подобное обучение в любом регионе Российской Федерации по приглашению наших партнеров.